Почивай имя Иисуса Христа. Я славлю Тебя за Иисуса. Я славлю Тебя за Голгофский крест. Я благодарю Тебя за то, что Ты совершил там. Ты забрал все наши немощи и болезни. Ты забрал все наши проклятия. Ты забрал все наши беззакония. Ты забрал все то, что обременяло нашу жизнь. Ты приготовил нам наследство в небесах. Ты даровал нам жизнь и жизнь с избытком, которую мы принимаем верою. Господь, те люди, в которых вера немощна, в которых нет еще понимания, какова же эта сила и власть, которую Ты вернул нам, забрав ее у сатаны, пусть Слово Твое, оно разрушит эти твердыни. Пусть Слово Твое, оно пропитает и разум, и внутреннего человека, потому что мы ходим не разумом, но понимать силу этих слов мы должны. Пусть наш внутренний человек понимает, что позиция власти, позиция силы, она у нас легитимна, она нам принадлежит по праву, и пользуемся мы ей по праву, и об этом знает весь демонический мир. И прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, говоря о том, что наша брань не против крови и плоти, наша брань не против человека, наша брань не против друг друга, наша брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Мы понимаем это и заявляем духовный мир. Все, что свяжем на земле, будет связано на небесах. Все, что развяжем, будет позволено на небесах. Мы пользуемся этой властью, мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим, что Ты открываешь нам истину о силе и власти верующего. Ты открываешь нам истину о том, что соль, она пригодна только тогда, когда она осоляет. Негодная соль, потерявшая силу, она выбрасывается на попрание людям. Да не будет этого с нами, да не будет это с нашей церковью. Пусть все убоятся и устрашатся позиции власти верующего человека. Пусть никакое худое слово не звучит на церковь Христа. Пусть каждый знает, что здесь сила и власть Христа, что здесь ответ на всякую человеческую проблему, что здесь ответ на всякую человеческую болезнь, что мертвые воскресают, что больные исцеляются, что бесы выходят и трепещут. И это все во славу и во имя Твое, Господь. Аминь.